Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как открыть кодовый замок, если вы забыли код. Значит, в основном у меня всегда это получалось. Значит так, вот значит, у нас четырехзначный код. Для того, чтобы его найти, этот вычислить код, нужно сделать нагрузку на шток, который входной. Значит, мы натяг делаем, а дальше начинаем вращать, смотрим по вращению, какой из этих цифровых больше всего тугой. Вот начинаем. Вот эти вот легко вращаются у нас. Это вращается нормально. Значит, вот этот у нас тугой. Начинаем вращать. Так, можем вращать. Пусть все вращаются вместе с первым. И ждем, когда произойдет фиксация. То есть маленький такой едва заметный щелчок. Так. Так, все. Пробуем туда-сюда качнуть. Зафиксировалось. То есть едва заметный такой ощущение, едва заметное ощущение заклинивания. Это значит, как бы шток попал в паз. Начинаем дальше вращать. Находим следующий. Следующий должен быть, по идее, следующий идущий за ним. Начинаем вращать. Вот она зафиксировалась. Вращаем следующие. Этот вообще крайне легко. Этот предпоследний туго идет. Так. 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 Очень медленно вращать, чтобы не проскочить момент. Вот он зафиксировался. Видно назад перед. Этот. Ну, этот даже если будет и не вращаться легко, это последний вращая, он пока сам покажет, где его цифра. Вот он. Фух. Так. Повторяем. Меняем. Замок закрываем и снова начинаем. Как правило, зажим идет с крайней. Вот. Я сейчас его разверну. Вот с крайней. Мне удобнее будет. Так. Начинаем вращать. Опа. Щелкнуло. Начинаем следующий вращать. Натягивать потуже, чтобы ощутить вот эту вот фиксацию. Ага, вот она фиксация. Следующий. Так. Ага. Так, и последнюю вращаем. Опа! Все. Вот таким образом открываются кодовые замки. Значит, принцип действия. Когда вы натягиваете,
Вот здесь есть у нее прорези. Эта прорезь должна попасть в прорезь очередного такого вот цифрового набора. Значит, вы когда натягиваете, кромка этого зубчика упирается в это колесико. И вы вращаете до тех пор, пока вот не появится эта прорезь. Как только прорезь появляется, сразу же происходит фиксация. Она незначительная, но сразу, как говорится, вы ощущаете даже такой как бы маленький скачок. При подходе нужной цифры происходит легкий такой скачок. Раз, и уже туда, вы пытаетесь туда-обратно ее, и чувствуете, что зацепилась. И так по порядку следующий, потом следующий и следующий. Вот. Как я уже говорил, не обязательно вращать там именно одно колесико. Можете вращать все, для того, чтобы удобнее было, можете все вращать вместе с тем, который туго идет. После того, как этот зафиксируется, он станет в позицию на открывание, следующий по очереди зажмет. И вы так, вращая, как говорится, достигаете, вычисляете код замка. Ну, также можно и навесные замки, которые есть. Вот такими, которые колесиковые, не те, которые есть на такие четыре ручки вращательные. Там сложнее. Можно открыть, но сложнее. А вот эти вращательные, это только на ощущение. Так что вот эти вот замки, они легко поддаются, как говорится, медвежатникам. Ну, в виде меня. На этом до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.